Добрый день, отчет для заказчика, уважаемого. Значит, 9 августа, зачет 36 соток. До обеда 20 соток, вот здесь, вокруг вот этого футбольного поля. 20 соток, все замерено рулеточкой, да, безопасный покос, закрывали окна, да. И вот после обеда мотивация какая? Что это не просто плюс к 20 соткам, 16 соток. Это тактическое поле для обучения курсантов. Вот. Ну, не буду говорить, какому военному делу, да? Вот. Вот так получается до половины беседки, туда за беседку 30 метров. Вот так получается по аллее 45 метров. Это получается 13 соток. Вот получается вот так. И еще вот тактическое поле, вот туда 3 сотки. Получается к 13 3, это будет 16. И к этим 20 будет 36. Все, зачет, 8 час, пошел отдыхать. Значит, принимаю заявочки на покос. Плюс 7-924-123-24-44, Сраженко Владимир. Вот, все отчеты на YouTube-канале Сраженко Владимир, там много полезностей. И еще, вот получается, сегодня 6-й день вахтенным способом. Получается, за 5 дней 113 соток и плюс сегодняшние 36, 149 соток за 6 дней. А та неделя была у меня вахтенным способом, было 129 за 5 дней. Но, видите, как была здесь противопожарная полоса по лесу. Это и вырубал топором, и кустварное рубил, и ивняк, и леской, а потом диском. Делал по 17 соток. А вот это уже четвертый раз прохожу. Где-то химию лили, где-то легенькая трава. Поэтому вот такие сотки. Вот, это ни о чем не говорит. Бывает 17 соток за день. А бывает 36. Помогай Бог. Ну все, доволен, что сделал военным учебное поле.